Експерт КР, проект цілком не таємно. І ми з Алісою Гнедюк сьогодні поспілкуємося з Анною Леоновою, виконавчим директором Всеукраїнської громадської організації «Гей Альянс Україна». Правильно? Правильно. Добрий день, пані Анна. Добрий день. Ми, звісно, будемо говорити про проблеми ЛГБТ спільноти, передусім в Кривому Розі, але не оминемо і ситуацію в Україні і світі теж. Ну, звісно, почнемо з Кривого Рогу. 12 червня 2016 року був гей-парад в Києві, 10 серпня другий вже прайд в Одесі відбувся. Ви приїхали до Кривого Рогу, щоб готувати прайд тут? Нет, не совсем так. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня к себе в гости. Для меня это было очень неожиданно, и я рада, что в Кривом Роге есть возможность выступить и говорить с заинтересованными людьми, говорить с общественностью. И любая задача прайда – это в первую очередь видимость и в первую очередь разговор о острых темах. Насколько тот или иной регион в Украине готов или не готов к прайд-мероприятиям, это внутренний вопрос каждого региона. Ведь такие же вещи не проводятся по завозу. Да? Там какая-то группа активистов из Киева ездит по всей Украине и что-то проводит. Это вопрос того, насколько ЛГБТ-сообщество конкретного города, конкретного региона готово выйти и готово открыто о чем-то говорить и что-то... Да, действительно интересно, чи Кривий Ріг же готовий до такого заходу в місті нашому? Я смогу вам ответить на этот вопрос завтра. Ага, то завтра будут какие-то ведомости. Одна из целей наших сейчас поездок, Гей Альянс Украина, это всеукраинская организация, и у нас 14 осередков в разных областях Украины. Сейчас, после того, как были произведены очень революционные, как я считаю, для Украины события, это майдановские события, это и сейчас события, связанные с принятием плана по национального плана по правам человека 2020, для нас очень важно, чтобы подобные активности не исходили исключительно из Киева и не носили такой назидательный характер. Задача вот этих поездок, которые сейчас были запланированы в нашей организации, это проехать по областям, посмотреть реальное положение дел в областях, понять, с какими трудностями сталкиваются ребята, девушки в каждом городе и уже отсюда формировать повестку дня. Сколько вы уже проехали областей? Я, честно скажу, Кривий Ріг первый город. От Кривий Ріг, це в Кривому Розі з 2014 року, діє одна із цих організацій, це Queer Home Кривий Ріг. І за даними, які є в мережі, можна знайти відмінну сексуальну орієнтацію мають 0,5% людей. От в Кривому Розі 650 тисяч, це 3250 криворіжців, да, за такими підрахунками. Скільки з них знають про Queer Home Кривий Ріг і відвідують його? Ну, что касается статистики, это всегда очень сложно, потому что есть разные подходы, и сексологи, и биологи считают и выводят сексуальность, исходя из абсолютно разных критериев. И на самом деле очень во многом будет влиять не только процент жителей города, но будет и влиять, насколько этот город толерантен, насколько он безопасен. Для Украины в целом мы можем выделить два города, которые являются меккой по внутренней миграции для представителей ЛГБТ-сообщества. Это Киев и Одесса. Это города, которые большие, в которые можно легко приехать, легко найти для себя реализацию, найти работу и так далее. Как вы сказали, центр Queer Home Кривий Ріг – это один из комьюнити-центров Gay Alliance Украины. Мы их открываем в разных регионах, там, где есть уже смобилизированная комьюнити. Это сообщество ребят, девушек, которые говорят о том, что мы готовы открыто о себе говорить, мы готовы проводить какие-то активности. Идея, которая положена в основу вот подобных комьюнити-центров, это принцип самовзаимопомощи. Это организация разных групп, клубов досуга. Скажем, в Кривом Роге есть второй уникальный хор, ЛГБТ-хор, который сейчас представляют в Украине. Первый у нас находится в Одессе, второй сейчас это Криворожский хор. Еще они делают, они берут участь в конкурсах? Да, они берут участь в конкурсах. Я надеюсь, что в следующем году они вместе с Одесским хором поедут в Мюнхен и будут представлять Украину там. Якось так цікаво виходить, що разом з Одеським їде Криворізький хор, це саме ті два міста, в яких відбувалися саме вибухи. Тобто в Одесі був один вибух, саме це
не дивлячись на те, що ви кажете, що це якраз місце збору такого представників ЛГБТ-спільноти, і також два вибухи вилися у Кривому Розі протягом минулого року. Як ви це прокоментуєте? Чому саме? Як тільки, от подобна риторика, дуже часто наші противники нам кажуть, ви знаєте, от давайте ви не будете ніяким образом о себе заявляти, і не буде ніякого протидії по відношенню до вам. Это очень ложный посыл. В этом случае мы сталкиваемся с тем, что большая часть агрессии, она скрыта. И зачастую это в основном геи или трансгендерные люди сталкиваются с нападениями в местах, где очень тяжело доказать именно гомофобный мотив подобной агрессии. Когда же начинают функционировать подобные центры, мы очень часто фиксируем, что когда действительно это делается не ради каких-то активностей, не ради там, видимости, создания видимости, или как нас очень часто обвиняют в грантажерстве, да, вот, там, ради активности, а действительно, что это делается и имеется какой-то результат от этой работы, в этом случае и агрессия, с которой сталкиваются представители сообщества, она становится все более видимой. И, конечно, мы можем говорить о том, что таким образом происходит обострение конфликта. Но без обострения конфликта и невозможно говорить об этом конфликте. То есть можно говорить, что можно ожидать новых нападов на Криворізький квір-хоум? После прошлого года, когда было вот это вот нападение, мы очень многое сделали для того, чтобы суметь выйти на уровень общественности в Кривом Роге и говорить об этой ситуации. За этот год, который прошел с прошлого нападения, по отношению к ребятам не было продемонстрировано больше никаких агрессивных выходок от праворадикальных или экстремистских группировок. На самом деле, я считаю, что Кривой Рог вообще задает очень интересную тенденцию. То есть достаточно вспомнить и последние выборы, которые были, которые в значительной мере удивили не только ближайшую там, область, но и всю Украину. И очень многие обсуждали выборы в Кривом Роге и о том, каким образом общественность мобилизируется и каким образом общественность задает новый тренд. Я уверена, что в вопросе ЛГБТ-сообщества этот тренд будет поддержан. А як ви взаємопов'язуєте ці дві складові в місті? Толерантність – це завжди про відкритість, це завжди про те, що люди розуміють, що права – це річ, за яку треба боротися. І невозможно говорити о том, що є якесь рішення, яке комусь нав'язується, і цьому рішенню слід слідувати. Необхідно слідувати. Ви почали говорити про злочини на ґрунті гомофобії. І 6 серпня у Києві відбувся круглий стіл на тему протидія злочинам на ґрунті ненависті щодо ЛГБТ в Україні – участю представників ОБСЄ, нової поліції. І, власне, в одній з доповідей прозвучало, що таких злочинів протягом 16-го року, з початку 16-го, відкрито 4. Це багато, мало? Які це міста? Це міста, де є ваше ком'юніті? Так, це міста, де є наше ком'юніті. Також цей проєкт, о якому ви говорите, він реалізується і в Кривому Розі. Це проєкт моніторингу і протидії преступлення ненависті. Он также проходит, и наши активисты, находясь в комьюнити-центре, проводят встречи с ребятами, по отношению к которым были совершены нападения или какая-то агрессия. Но тут всегда надо разделять разные вещи. Одно дело, когда у нас есть объединенная праворадикального толка группировка, не всегда имеющая политический оттенок, а может быть идеологическая группировка, которая совершает официальные подобные нападения и потом этим хвастается и в интервью, и в интернете. Другое дело, когда мы имеем дело с подростковой агрессией и с буллингом, который имеет место очень часто в учебных заведениях. И здесь очень часто истоки этой ненависти, она не столько в осознанной идеологии, сколько в понимании того, что по отношению к кому-то можно безнаказанно совершать не очень правильные вещи, и за это не последует наказания. К сожалению, пока мы не начнем работать с подростками, и пока мы не начнем говорить о том, что есть разные признаки инаковости, что невозможно преследовать людей по сексуальной ориентации, невозможно преследовать людей по гендерной идентичности, невозможно каким-то некорректным образом вести себя по отношению к людям с ограниченными возможностями, что нету невозможна ситуация, когда по этническому или религиозному признаку преследуются люди.
До момента, пока подобная политика не будет принята и проводиться на постоянной основе в нашей стране, мы будем сталкиваться очень часто с подобными преступлениями. И, кстати, большой иллюстрацией вот подобного отношения является сейчас ситуация в Одесской области с выселением ромов из села, хотя это дикость и средневековье, но мы сегодня вот после прайд-мероприятия в Одессе, когда мы наблюдали максимальную толерантность и готовность от властей говорить о проблемах инаковости, мы видим, когда на примере другой дискриминации власти демонстрируют мракобесие средневековья. Ну, в Одесі зараз розганяють і демонстрацію проти мера, в принципі, там взагалі дуже, дуже дивна ситуація, там складно говорити. Дивіться, повернемося до Дніпропетровщини, до Кривого Рогу, можливо, Кривого Рогу. Зараз гуляє, от кілька тижнів тому з'явилося в інтернеті звернення працівників одного із райвиконкомів Дніпропетровщини. Звернення у нас є скрін цього звернення, прошу режисерів знайти і поставити. Це звернення до голови, до Гліба Пригунова, який очолює Дніпропетровську облраду. І в ньому, в цьому зверненні, ось воно є, йдеться, ну от я зацитую. Ті, хто написали, говорять, заступник голови районної ради та юрист регулярно вступають у половий акт один з одним. Секс у них відбувається в робочий час і неодноразово. Ми спостерігаємо в туалетах і робочих кабінетах даних посадовців використані контрацептиви, презервативи. В робочий час вони закриваються в робочих кабінетах, звідки доноситься важке дихання, стогнання та гуркіт меблів. Для нормальних, розвинутих та соціально порядних людей працювати в такій атмосфері неможливо. Це аморально, гидко та не вкладається в рамки здорового глузду. Хто нами керує? Гомосексуалісти, пишуть автори звернення. Вас щось бентежить от цій ситуації? Меня, честно говоря, тревожит только одно. Я не могу понять, почему этому действию не было дано, в общем-то, оценка вышестоящим руководством. И, как на мой взгляд, абсолютно неважно, проводит ли таким образом время, рабочее время два мужчины, две женщины, мужчина или женщина. Вопрос в том, что это рабочее время, за которое наше государство платит деньги. И, в общем-то, в соответствии с трудовым кодексом и тратить его необходимо. Ну, але ж последовательно. Але ж зрозуміло, що якщо б гуркіт і що там стогнання доносилося з кабінету, де зрозуміло було, що зачинилися чоловік і жінка, ну так, гетеросексуальна пара, так? То це мало би інший підтекст, ну і так, не вийшло б на такий рівень. Акцент поставлений саме на, так, на парі. Как на мой взгляд, мы, скорее всего, имеем дело здесь с попыткой черного пиара, и насколько действительно кто там закрывался, это надо было бы проверить, наверное, опять-таки, людьми, которые для этого существуют и в служебные обязанности которых это входит. Но, как на мой взгляд, любая спекуляция на тему сексуальной ориентации и попытка доказать, что человек не является там профессионалом, или недостаточно хорош, потому что он может быть потенциально, он может быть там геем, или она может быть лесбиянкой. Это все так же смешно, как и сейчас ситуация с корреспондентом, да, который опубликовал о том, что 35-летняя блондинка стала зам губернатора. Но невозможно оценивать людей и их профессиональность по каким-то внешним признакам или по сексуальной ориентации. Чи є у вас сигналы про то, что в Кривому Розі хтось із представників ЛГБТ-спільноти мав проблеми з працевлаштуванням? Мы собирали подобную информацию. Очень часто тяжело доказать характер подобных вещей. Однозначно, когда человек устраивается на работу, он не пишет в резюме «я гей». Но через какое-то время, это кому как повезет, обычно там через первые полтора месяца информация все равно становится известной. Конечно, если вы не социопат и не скрываете максимально от окружающих вас людей абсолютно все, что с вами связано, то в той или иной мере до ваших работодателей эта информация будет донесена. В дальнейшем, если человека увольняют, то очень редко ему открыто говорят, и тем более пишут в обоснованиях: мы тебя уволили, потому что ты гей. Но ситуация есть, мы пытались каким-то образом писать письма, обращаться в подобных случаях, но говорить о том, что действительно
нам удалось доказать гомофобный мотив и нарушение трудового кодекса на основании дискриминации по сексуальной ориентации, мы не можем. На сегодняшний день с биологической точки зору, это мы говорили про социальность, с биологической точки зору питання трансгендеру, як одної з складових тих питань, про які ми з вами говоримо, пішли дуже далеко, і ми поки от готувалися, у нас було досить багато відкриттів з цього приводу, зокрема, що вже, наприклад, у 2007 році з'явився перший чоловік, який народив. Тобто там певна ситуація, як це все відбувалося і так далі. Зацікавило, як же це відбувається у нас в Кривому Розі? Чи є в Кривому Розі трансгендери? Чи є у нас діти трансгендерів? Я розумію, що, звісно, можливо, це якогось розповсюдженого явища і немає, якогось значного соціального впливу, але тим не менш, знаєте, такої вже людської цікавості. Що у нас? Трансгендерні люди є в Кривому Розі. Я оставлю вам телефон, я думаю, можливо, ви зможете зв'язатися і провести якусь зустріч з ребятами. Но тут надо тоже понимать такую вещь, что очень часто трансгендерность у нас определяется при желании смены и корректировки пола непосредственно. Мы сталкиваемся с тем, что парень, если он хочет и чувствует необходимость откорректировать пол и стать женщиной, или наоборот, если это женщина, которая корректирует пол и становится мужчиной, в дальнейшем, после получения смены документов, эти люди стараются отойти от движения, от ЛГБТ-движения, и, в общем-то, опять-таки, из боязни преследования, из страха агрессии по отношению к себе, пытаются больше такие темы не поднимать. И тут не надо говорить о том, что это какая-то отличительная особенность Украины. В общем-то, и в Европе достаточно преступлений, когда по отношению к трансгендерным людям, которые совершили переход и которые живут в обычной жизни, не скрывая свое прошлое, совершаются преступления. К сожалению, я думаю, это еще как бы такая вещь, такой социальный аспект, по отношению к которому будут долго еще вестись какие-то разговоры, как с этим быть и что с этим делать. Ну и раз мы уже подняли тему трансгендерности, минулого року розпочався цього року, закінчився судовий процес, за яким людині вдалося через суд змінити паспорт без так званої стерилізації. Є у нас якась таємнична організація, комісія по зміні корекції статевої приналежності, яка зобов'язувала людей до стерилізації, інакше вони там не видавали якусь довідку, за яку людина мала змогу змінити собі паспорт на інше ім'я, іншої статі. Як з цим відбувається зараз? Смотрите, тут просто надо понимать, что очень во многом у нас до сих пор действуют советские нормы. И это не только в медицине, это будет и в каких-то рекомендациях относительно ведения расследований, относительно каких-то судебных вещей. У нас есть закон Украины, который что-то каким-то образом на что-то указывает, или что-то гарантирует, или каким-то образом что-то обещает. Но реализация закона сама по себе невозможна. Нужен механизм, который позволяет этот закон реализовывать. И здесь мы возвращаемся к разным инструкциям, положениям, методическим пособиям и так далее. В чем-то эти методические пособия обновлены и современны. Но есть вещи, которые до сих пор трактуются и используются нормы там 86-го, 87-го, 89-х годов. Власне, тоді, коли все це ще вважалося психічним порушенням. На даний момент трансгендерність, а точнее потребность скорректировать пол, также считается медицинским нарушением, которое как раз-таки и лечится, и исправляется благодаря коррекции пола. То есть вот имеется в виду, что у человека его социальный пол, психологический пол не соответствует его биологическому полу. И вот если он его откорректирует, все будет замечательно, он станет там абсолютно здоровым, счастливым и полноценным членом общества. Но, к сожалению, исходя из вот этих установок еще 80-х годов, считалось, что трансгендерность может передаваться по наследству. И, соответственно, потребность стерилізувати чоловіка, ісходило з того, що а от, щоб це по наслідству не передавалося. Це таке генетичне викорінення, захворювання. Вопрос в тому, що вже как бы 100 років, як доказано, що це не так, і ніхто із сучасних психологів і психіатрів це не утверждає. І є дуже багато дослідження, які цьому протирічать. Но норма у нас в цих інструкціях осталась. И это нонсенс, когда мы не можем, с одной стороны, человек очень проблемно добиться реализации своего права, своей возможности скорректировать свой пол, а с другой стороны, когда от него требуют, чтобы на основании методички, вот, пожалуйста, добровольная стерилизация. То зараз трансгендеры уже могут народживать в Украине, чи нет? Народживать могут, но вот получить документы, вы же знаете, это же у нас как, это без бумажки, ты
не совсем человек. Вот. Мы очень надеемся, что вот этот прецедент, который буквально недавно получил оценку в Европейском суде, станет наконец-то той возможностью, благодаря которой мы отменим это, эту рекомендательную поправку в методических пособиях. Так що, є ще одне маленьке питання. Якщо ми вже заговорили про закони, і ви на початку нашого спілкування говорили про національну програму прав людини, зокрема, майже рік вже минув з того часу, 23 листопада 2015 року на сайті Кабміну був опублікований пропозиція розробити законопроект про легалізацію реєстрації цивільного партнерства для різностатевих та одностатевих пар. У навесні цього року цей законопроект, верніше, плани про законопроект отримали такого широкого розголосу, і всюди вони афішувалися, як Кабмін хоче легалізувати одностатеві шлюби. Чи є між цими планами про законопроект якийсь взаємозв'язок з одностатевими шлюбами, чи це зовсім різні речі? Що воно таке? Я сторонник того, що государство должно иметь возможность регламентировать разные стороны жизни граждан. То есть, граждане платят налоги, государство каким-то образом это регламентирует отношения граждан и дают возможность в законном каком-то русле решать те социально-правовые проблемы, с которыми люди сталкиваются. И это норма жизни, потому что все мы живем как бы в таком большом-большом общежитии, где хотим мы того или не хотим, мы с друг другом взаимодействуем. Относительно моего отношения к тому, что декларирует Кабмин, я не очень бы верила в то, что до 2020 года нам удастся сформировать хороший закон, который бы полностью прописал бы, каким образом и что будет реализовываться, и каким образом и что будет делаться. Однако одно то, что уже эта поправка была внесена в план мероприятий, говорит о том, что наше министерство, наши в общем-то, политики и прочие мира сего понимают, что это вопрос, который необходимо регламентировать. Насколько я знаю, на данный момент под каждый пункт, который содержится в национальной программе 2020, была создана рабочая группа, которая рассматривает какие-то европейские примеры решения подобных вопросов и пытается найти возможность, каким образом это можно имплементировать в украинское законодательство. И когда мы говорим про проект 2020, мы же понимаем, что там уже содержится вопрос не только связанный с ЛГБТ-сообществом, то есть это очень большая программа, там на 200 с чем-то страниц, и касательно проблематики СОГИ, это сексуальная ориентация, гендерная идентичность, там, в общем-то, эту тему затрагивает буквально несколько пунктов. То есть там у нас проблема и одиноких матерей, у нас там проблема и людей с ограниченными возможностями, и так далее, и так далее, и так далее. Под каждый из этих разделов были созданы группы, которые работают, и я надеюсь, что в конце этого года, вот как пройдет первый календарный год, мы, по крайней мере, увидим какие-то наработки. Ну, конечно, это не будет законопроект, но это будут наработки, и мы сможем дать свою оценку предложенным вариантам. Ну и про плани, уже наостанок, про плани по Кривому Рогу. От ми бачимо, що Queer Home Кривий Ріг працює активно, можна побачити на сторінці у Фейсбуку. До речі, у нас теж скрін десь є, якщо його знайдуть швидко, наші режисери покажуть. Про хор ви вже сказали, що відбувається кіноклуб «Докудейс», відбуваються зустрічі з ЛГБТ-християн, зокрема, от приїздив координатор Європейського форуму ЛГБТ-християн Джим Малкехі, ви приїхали. Чого найближчим часом очікувати Кривому Рогу? Тому що такий ажіотаж в нашому місті. На 24 серпня, на День Незалежності, активісти провели акцію. Це дуже замечательна акція. Чого очікувати Кривому Рогу? Я думаю, как минимум мы можем говорить о проведении открытых каких-то дискуссионных площадках, о кинопоказах, о возможности создать открытую среду для обсуждения вопросов, которые есть и как со стороны ЛГБТ-активистов, так и со стороны общественности о том, что происходит, как это происходит. И, в общем-то, возможность открыто, доброжелательно что-то обсуждать. Спасибі вам за розмову. Ми говорили з Анною Леоновою, виконавчим директором Всеукраїнської громадської організації «Гей Альянс Україна». Цілком не таємно говорили і будемо продовжувати в такому ж дусі. Залишайтеся з нами, ставте лайк, робіть репост і побачимося.